Доброго времени суток, души. С вами снова Безымянный Герой, и это означает, что мы продолжаем покорять с вами Дранвик. В последний раз мы победили первых двух боссов, что открыло нам дорогу дальше. Куда мы и не применим отправиться. С лесом павших гигантов мы пока что не закончили, но сюда я вернусь чуть-чуть попозже. Поскольку опыт прошлой жизни подсказывает мне, что где-то впереди есть... Кузнец... Да не надо меня тыкать! Кузнец Макдаф, с которым мне очень хотелось бы встретиться. Да. Нет. Ладно, хорошо. Выходи, черепашка. Черепашка? Ну ладно. Пусть будет черепашка. Мне почему-то казалось, что здесь должно быть что-то другое. Простите. Ладно, хорошо, продолжаем наш путь. Ой, бля! Как там говорили эти бабули? Ты будешь терять все свои души снова и снова. Нет, ну сейчас за этими-то душами я, конечно, вернусь. Там их хоть и немного было, но все-таки они мои. Так, давайте используем человеческую фигурку. Не, кто выкинул? Здесь это лестница, давай. Что-то я сегодня хапаю. Двух крест какой-то. Надо с этим заканчивать. На прошлых жизни все они проходили в обычном здании Dark Souls 2. Соответственно, как уж тут и что, переиздание я не могу знать. Это меня невероятно радует, потому что хочется новизны ощущений. А? Меня не проведешь. Я вообще помню про этих ребят, но блин, не ждал, что сам убьюсь. Все, отстаньте от меня. Упыри. Я всего лишь хочу взять блестяшку. Алибард. Оно того не стоило. Ох ты, сколько записей. Так вот, читая эти записи, дождешься того, что тебе на голову буквально свалятся эти солдаты. Не знаю, писать надо как-то. Либо до, либо после. Ага. Конечно. Королевский солдат! С камерой что-то страшное происходило. Так. Так сложненько немножко на что происходит. Игра. Геймпад. О, во. Не знаю, что это было.
Так, надо свалить от лучника. Иди сюда. Тихо. Сейчас я поднимусь. Здесь мы должны были сражаться. А, не совсем точнее здесь. Вот тут, за проходом. Мы должны были сражаться с преследователем. Но парень свое уже отжил. Тут еще одни истинные воины Дранглика, увлеченные тем, что бьют и так мертвого гиганта. А мы как неиронично делаем то же самое с ними. Они давно мертвы, а мы продолжаем их бить. Так. Хорошо. Ничего из этого, к сожалению, не подходит под тот стиль, в котором я хочу покорять здешние земли, поэтому обойдемся без этого. На самом деле, меч, вот этот меч, он очень неплох. Сейчас я посмотрю его показатели, может быть, пока что мы побегаем с ним. Нет, нужно 25 силы. Так, извините, момент. Так, проблема со скрипом решена. Продолжаем наше путешествие. Так. Что это у нас тут? Не тот. Как вы помните, именно эта птица принесла нам преследователя в последний раз. Когда мы его увидели. Понежнее, ну. Об камни тут швыряется. Так. Мной. Запутанная крепость. Тусклый уголь. Как раз таки это нужно Макдафу. Макдаф же его, да, Макдаф. Прекрасно, договоримся. Так. Здрасте. Не хочу пока что туда проваливаться, хочу сначала зайти. Ген-то вот. Так. Давайте мы тут слезем. Я про тебя помнил. Зараза. На самом деле, я так понимаю, при желании его можно уронить. Но мне это... Ой-ой-ой-ой, все вспомнил. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Но мне это как-то не... Тут душе! Мать твою. Ой, я греб.
Вот зараза, все три попал. Мразота такая. Я сейчас к тебе вернусь. Я к тебе, Паттер, вернусь. Так, ладно, хорошо, значит, человеческую фигурку мы пока что не будем использовать. Не нужна она нам. Так как-нибудь своими силами. Давай. Второй раунд, собака. В предыдущем поражении я сам по самому деле виноват, я просто не рассчитал. Это что вообще? Какого? Какого хрена? Ты откуда взялась? Там же дверь закрытая. Или не закрыто. Вот так вот, к нему пришла подмога. Внезапно. Хорошо. 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 Значит. Поступим иначе. На, ловите. Суки. Вообще, блин. Как? Дверь закрыта. Вон, закрыта дверь. Что за трэш? Здрасте. Слышь? Я погляжу немножко пиромант. Этого маленького создания, по-моему, любимое занятие. Решать мне записывать. Ну-ка, оставь. Дай сюда. Вот, все. Продолжаем. Наш бой с преследователем. Что написано? Тень впереди, может помочь атака. А, да? Рели? Надо посмотреть. Мне что-то подсказывает, что это вот про это вот товарища. О, какой я сегодня собранный, это жесть. Это просто жесть. Давай. Немножко обновляем. Оп. Ну а третий? А! Блин, сейчас будет мне третий. Пить, 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 быстренько, быстренько. Ой-ой-ой! Ой, жесть! Ой, какая жесть! Ну, первый раз мне так не это, проблем не доставлял. Не-н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 е. Да что ж ты делаешь со мной, ну? Что ты, сука, со мной делаешь? Я не знаю. Так, хорошо, ладно. Выше нос, выше нос. Пол хп мы ему так или иначе сковыриваем. Значит, сковыриваем мы полное такое. Придет время. Пшо вон, щенок. Эй! Меня так их зацепило.
Ты жив? Ну ладно. Так, наши души. Какая атака? Это не так работает. Выходи. Блин. Я уже жалею, что не пошел к Макдафу сначала, на самом деле. У него слишком широкий замах, я постоянно попадаю так. Или иначе! Я... У меня нет слов. У меня просто нет слов. Он выбивает из меня всю дурь. Сукин сын. Может быть, что-то стоит нанести на оружие, я не знаю. Или сначала все-таки сходить к Макдафу и взять там, блин, что-то приличнее, чем этот ножичек. Иди ты отсюда со своим мечом. И вы тоже идите. Сельские собаки. Из-за вас вторая попытка была неудачной. Ну хорошо, сделаем вид, что мы копим души таким образом. Выходи давай. Биться будем. Да давай, запарил. Теча. Воу, 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 воу. Слушай, а ты не хочешь придерживаться все-таки каких-то, блин, приличий? Взял, замахнулся на один удар, сделал другой. Если б я поверил. А вот нет. От боя с этим ублюдком руки потеют постоянно. Это же какая-то жесть. Я думал, сейчас огребу. Такое было четкое-четкое ощущение, что вот сейчас мне влетит по роже точно. Но нет. Ау! Опасно. Спокойно. Все. Вали отсюда нахрен. Я тебя больше здесь не видел. Свинота. Так, что тут еще у нас есть? О! Ого! Вот. Вот что нам определенно нужно. Речка увеличивает количество душ, получаемое с противников. Блин, если такой геморрой с преследователем, то что я буду со стражницами сейчас делать? Мне вот очень интересно. Ну, я не знаю, сейчас ли я буду с ними делать что-то. А вот нет. Неплохой был замах. Достаточно хороший. Так. Лукатиэль из Мирры. Добрый вечер. Или не вечер, не знаю.
Жутенькая у тебя маска. Normally people keep a safe distance when they see this mask. But you. Да-да-да. I'm called Lucatil. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. Так и есть. Ты по адресу. Милая леди. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. Насколько я помню, чтобы полностью раскрыть сюжетную линию этой мадам, надо ее призывать на некоторых боссов. Я буду это делать. Обязательно. В прошлой жизни подсказывают мне, что это нужно сделать. Хорошо. See that you are mid-journey. If you require assistance, I come from Mira, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens. Хорошо, хорошо. До встречи. Старинный ключ. Чего он, интересно? Аккуратненько. Расшибиться в лепешку еще не хватало. Не-не-не-не-не, чё. Да офигеть! Воу-воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо-тихо! Сука такая, а? Я ж сейчас спущусь. Свободен. Господа, я к вам попозже зайду. Подождите там меня немножко. Блестяшка. Золотая смола. Электричество. Это замечательно. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не. Во. Придурок. Ой, придурок. Ладно. Хорошо. Так, а тут нет ничего внизу, блядь. В смысле, ничего не думал, то вроде. Так, хорошо, бочка, катись. Блять, собака. Где собаки? Так. Клетка с той стороны. Ну ладно. Ладно. Так, Макдаф. Макдаф, я сейчас приду. Стоп. Окей. Это хорошо. Это нам понадобится. Так. Ну ты. Психолог. Тебя тут немножечко пошарудим сначала. Большой осколок. Осколок. Стрела. Ты поаккуратнее своим молотком маши. Тяжелый болт. Ты на Гавина похож. Не хочу я под молоток попадать.
деда немножечко пунктик на огне. Да-да-да. Я тебе принес уголь. Я! Я случайно, на самом деле, это был нет. Хорошо, что я только что ничего не испортил. Вот она. Без шуток, любимое вообще мое оружие. А, сколько не хватает одного. У тебя нету? Вот есть. Блин, цены. Что с ценами, Макдаф? У вас что, тоже евро подскочил? А я что купил? А, я купил маленький, да? Нет, стоп, что купил? А, большой. Так вот что с ценами. Хорошо. Так, нет, давай поговорим с тобой, Макдаф. Тихо, тихо, тихо. Увлеченный товарищ, говорит буквально. Огонь. Какой у тебя шнобель, Дед Мороз. Ага, все, хорошо, я понял, все, мы поговорили. Сгинь. Ну, хорошо, хорошо. Я тебе это еще припомню, Макдаф. Заперто. Так, все, давайте. Так, тут сколько? 10-9, 10-16. А сколько у меня... Нет, не хватает пока что. Ладно. Собственно, в чем смысл? Я хотел... Двуручный бой хотел. Во! Это я понимаю. Что-то он тормозил. Ой-ой-ой-ой, какая неудобная. Сильная атака у нее. Я и забыл. Так, хорошо. У меня есть ключ камень Фароса, интересно? Нет. Ну и ладно. Пока что без него, значит, обойдемся. Души. Кто-нибудь? О, ты не взорвался даже. Кто-нибудь помнит? Оу, воу, 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 спокойно, парень. Я бы мог, конечно, его заманить на те бочки, никогда раньше не думал, да. А, так вот, кто-нибудь помнит, сколько повышения? 8. Нет, 2.
Две. Да. 2600. Так это ж ерунда. Блин, на нормальный второй удар не хватило просто. Нос. Это надо исправить будет. Но только после того, как я буду что-то использовать. Ага. Тут нужна ароматная ветвь былого, она у нас, благо, есть. Давай, оттаивай. Ну что, будешь благодарен за то, что тебя освободили? Не очень, я понял. Свободен, в таком случае. Я на самом деле подозреваю, что я сейчас тут окочурюсь. Просто потому, что их очень много. Оу! Спокойно, 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 ребята, ребята, ребята. Я не хотел ничего плохого себе. Вам-то сколько угодно. Уроды. А! Бля, суки. Машут в разнобой очень сложно. Но поскольку оружие не такое, чтобы там махнуло и все умерли. Получается такое вот. Что-то такое вот. Сколько у меня ловкости вообще? Нет, не там смотрим. Ловкость 25. Почему тогда? Сколько она требует? Требует 16, то есть нужно 32, хорошо. Воу! Просто в полете разрубил. Так, хорошо. Давай. Давай. Молодец. Я в тебя верю. Катана такое оружие, она очень, на самом деле, много выносливости жрет, но рубит, дай боже. Давай махнем. Не падать, не падать. Фух. Пошел в задницу. Так. Хорошо, хорошо. Того парня окаменелого больше нет. На самом деле вместо кувырка иногда стоит вот эту вот белую использовать, но я как-то не привык. Так, давайте полечимся перед тем, как туда заходить. Не нравится мне эта комната. Так, хорошо. Ай-яй-яй, блин. Ну это мое нищенство. Я поторопился просто. Просто поторопился. Надо было аккуратно сыграть. И все было бы хорошо. Потому что тут сейчас прибежали только двое из них. Что ж, давайте на этом с вами прощаться. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки, лайки. В общем, буду всему рад. Всего хорошего. Пока.